Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч, сегодня хотел поговорить о новой стратегии, которая вышла вот-вот в Play Google, которая называется Galaxy on Fire Alliance. Вот, полностью, как видите, игра на русском языке. Вот я зайдем в различные менюшки, которые тут присутствуют. Вот, тут есть информация о нашем флоте, информация, как понимаю, о планетах. Так, это личные сообщения. Игра требует постоянный доступ в онлайне. Показаны лучшие игроки. Ну, тут многое другое можем посмотреть. Так, вот у нас есть, как понимаю, персонажи. Нам все это объясняют, это очень понятно. Список миссий тут есть даже. Давайте нажмем начать. Так, новое строение. Ну, достаточно замудренная игра. Как видите, мы можем добывать металл, газ, кристаллы и многое другое. Давайте построим вот это строение. Сейчас у нас начинает строить. Показывает время, какое у нас все происходит. Данный процесс. Так, мы можем его ускорить. Так, отлично, мы построили. Дальше что мы с вами делаем? Тапаем. Получаем за это награду. То есть за каждое наше какие-то действия мы получаем определенное количество монет или что это, достижений. Продолжаем дальше строить. Так, строечку. Давай еще быстренько улучшим ее. Идем дальше. Мы на планете будем строить различные эти заводы. Так мы можем вращать. Так, что мы с вами можем дальше еще делать? Также, нет, тут есть как бы fuck you, в котором нам объясняет, что и что, и как обозначить. Даже статистика планеты есть, да, тут информация различная есть. Можем перемещать флотилию. Ну, очень уж замудренно сделано, я вам скажу, очень замудренно сделано. Так, давайте получаем награду очередную. Так, идем дальше. Так, вот список планет. Так, нажимаем. Так, что у нас мы, давайте... Ага, авианосцы есть. Так, построим, я как понимаю, авианосец. Вот нам объясняет, что они корабли эти делают. Ну, 23 минуты надо ложать, но мы сейчас ускорили сам процесс. Так, вот кораблей очень много, как вы видите. Достаточно подробно вся информация имеется. Но в данной игре надо разбираться, я вам скажу, потому что очень-очень тут много всяких штук. Хотя и на русском языке она, но все равно... Давайте, допустим, добыча кристаллов. Мы можем поставить постройку. Ага. Ну, я как понимаю, будем добывать ресурсы, тут строить различные авианосцы. Но Майк не понял, зачем они тут. Ну, как таковой стратегии я тут не вижу. Но, возможно, дальше будет все проходить. Будут какие-то действия, потому что тут вначале мы просто начинаем строить. Планет очень, как бы, очень много. Очень много, допустим, что-то можем. Кристалл. Очень такие. Можем строить прям все, что хотим. И постепенно будем обустраивать эту планету различными зданиями. Вот. Такая достаточно интересная стратегия, по крайней мере, внешне. Достаточно симпатично все сделано. Потому что на русском языке графически достаточно симпатично. Ну, думаю, людям, которые нравятся такие стратегии, они с удовольствием в данную игру сыграют и разберутся в ней, в отличие, потому что мне достаточно сложно это сделать. Авианосцы можем, много чего можем строить, дофига, вот. Я как слышал, это очередная часть этой, ну, то есть выходили похожие части Galaxy on Fire, а это, как я не знаю, или продолжение, ответвление от нее, вот. Такая достаточно интересная стратегия, слишком много в ней всего, разбираться очень долго надо в ней, ну, думаю, в ней разберетесь и протестируйте данную игру, посмотрите и, так сказать, оцените ее, я вам, как бы, показал первые какие-то моменты ее, вступление, можно сказать, а вы уже разбираетесь сами. Такая интересная стратегия. С вами был Android Androidыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.